Доброе утро на канале Россия. Полезное утро пятницы. Здравствуйте, друзья. Заметили, какая ранняя весна в этом году? Ранняя, красивая, все расцветает, все бушует красками. Но весна, она ведь как девушка, такая же капризная. И еще неизвестно, что нам покажет она к концу месяца. А мы сегодня будем говорить о женском здоровье, о красивом женском теле, а еще о... Нет, об этом вы узнаете сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14. Температура ночью 4-9, в горах минус 1, плюс 4, днем 19-24 выше нуля и местами до плюс 16. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Температура ночью 7-9, днем 22-24 градусов тепла. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы, и я с большим удовольствием представляю вам своих утренних гостей. Это Мадина Алиева, женский тренер по фитнесу. Добро пожаловать на программу «Утро России». И наш большой друг, человек, к которому можно обратиться абсолютно по любым вопросам, психолог Олеся Охременко. Доброе утро, Лиди. Доброе утро. Итак, мы говорим сегодня о женской красоте, о женском здоровье. И, Мадин, я хочу прежде всего вас спросить, давно ли создан клуб, в котором вы работаете именно женским тренером? Какие девушки к вам приходят? Какого возраста? И вообще, иметь красивое тело, накачанное, подкачанное, это для них самоцель или какие-то все-таки другие цели они преследуют, приходя к вам на ваши занятия? Там очень такая щепетильная работа, и тренера задача грамотно подойти к каждому клиенту, персонально изначально его встретить и полностью, знаете, как сканер его сканировать и знать, вот, даже если есть такие, которые даже пытаются скрыть, что у них есть противопоказания, даже связанные с психологической стороной, а их много. Моя работа — выявить, расположить к себе человека, чтобы человек раскрылся, доверился мне, и только потом мы уже подбираем программу тренировок, и моя задача — донести до человека, что это его программа, так должно быть, мы так начнем. Если она говорит, нет, вот у меня только 2 недели, и вы должны меня вот просто взять... Вылепить. Вылепить. С такими людьми даже не берусь работать. Не хочу. Потому что я хочу здоровье давать. И через здоровье мы к красоте приходим. А вот так, знаете, показать человеку, да, я могу... Я могу, да, но потом за побочные эффекты я, ну, не отвечаю. Мадин, но чаще всего приходят, ну, вот, со сроками определенными. Да. Ради кого-то, ради чего-то, ради какого-то события в жизни или для себя любимого? Классный вопрос, который, знаете, я даже у себя в Инстаграме всегда люблю об этом говорить. Призывать девушек, для меня все девушки, вне зависимости от возраста, вне зависимости, что человек пережил или переживает, или что его в будущем ждет. Это, допустим, кто-то собирается замуж, приходит, подснежники, которые спали всю зиму, очнулись перед весной, перед летом, весной. Редко похудеть надо. Да. Или, допустим, кто развелся. У кого, то есть всякие, да, психологические моменты, депрессия. И я всегда призываю девушек любить себя вне зависимости от обстоятельств жизненных. Не нужно быть привязанным. Или, знаете, приходят, знаете, вот мой муж сказал мне, начни, иди хоть. Вот я вот из-за мужа, ради мужа, тоже не люблю с такими работать. Я люблю, когда девушка замотивирована сама для себя. Вот она смотрит каждое вот утро, встает в зеркало, подходит и говорит, о, моя прекрасная, о, моя красивая. И она, вы знаете, для себя
вот живет, и она хочет, как бы, у нее цель — я, мотивация — для меня, для себя, ну не для людей, не для окружающих. Окружающие только потом увидят, оценят и скажут: вау, какая она классная. Согласитесь, да, вот, и когда с такими людьми разговариваешь, общаешься, то есть уже по-другому даже, ну, восприятие совершенно другое. Поэтому, когда ко мне девочки идут и говорят: знаете, вот долго думала, но я поняла, что вот нужно что-то менять, хочу для себя, вот для моего здоровья, там, я восторгаюсь, вы не знаете, я замотивирована работаю. Но, да, есть, конечно, я не имею права отказать девушкам, которые приходят, и у них были какие-то проблемы, у кого-то депрессия, у кого-то развод, кто-то переболел, а кто-то после аварии, у нас даже есть такие девушки, которые приходят после аварии. То есть мы помогаем им реабилитироваться и восстанавливаться. То есть у меня есть тренер, который работает, вот она прям, да. Есть, допустим, мамочки, которые приходят, приводят детей, ну, ДЦП. И мама сама в депрессии при этом находится. То есть там, конечно, мы не можем сказать: а, ради себя живи, для себя. Здесь уже немного другая работа, другой подход. То есть, да. А так я призываю всех определенно любите себя, тогда все будет по-другому. Ну, мы как-то вот все говорим и говорим. Мы не радио, мы телевидение. Поэтому предлагаю сейчас посмотреть сюжет, который мы сняли в вашем фитнес-клубе, в вашем фитнес-центре. Давайте посмотрим. Семилетняя Ясмина мечтает быстрее повзрослеть. В июне ей исполнится 8, и малышка очень ждет свой день рождения. Второй год эта кроха занимается тхэквондо. А еще она очень хочет... Хочу заниматься на инструментах музыкальных. А на каких? На скрипке или пианино. Вот эти два инструмента мне нравятся. Тебе музыка нравится? Да. Мама в детстве на гитаре играла в 15 лет. Но мне гитара так себе не нравится. Искусственно. А как тебе кажется, можно совмещать занятия спортом и музыкой? Да, можно. В тренажерный зал для занятий с тренером Ясмина приходит с мамой, чтобы поддерживать спортивную форму. Мама Рита на протяжении нескольких лет тоже активно следит за своим здоровьем. После родов быстро пришла в форму. Но даже не это для нее главное. Когда ты приходишь на занятия, ты чувствуешь себя более внутри спокойнее, более сильной. И когда выходишь из зала, то есть все твои проблемы кажутся тебе уже, ну, что ты все сможешь. Здесь, набравшись сил, эти самые силы помогают вам, ну, ребенка воспитывать, справляться с какими-то домашними делами, может быть, на работе, ну, вообще в жизни помогают? Конечно. Когда ты ходишь и занимаешься, в целом не только ты для здоровья сюда приходишь, но и духовно. Как бы ты более спокойнее становишься, потому что ты здесь выплескиваешь все свои эмоции, как бы, поэтому, вот. И, естественно, и в воспитании ребенка, и дома, и везде, как бы, намного легче, благодаря вот спорту. Мадина Алиева – женский тренер по фитнесу. Делать девушек стройными, подтянутыми – для нее не самоцель. Скорее способствует тому, чтобы они были здоровы, чтобы были всегда в хорошем настроении и дарили положительные эмоции окружающим. В каждом конкретном случае подход индивидуальный. В приоритете – здоровая спина, позвоночник. На что я всегда говорю, нужно акцентировать, и это должно быть основой, это наша диафрагма и наш позвоночник. На самом деле, если у вас здоровый позвоночник, от этого зависит вообще ваше общее состояние, да и все ваши органы от этого также зависят. Ваше настроение, даже финансовое положение. Когда у вас здоровый позвоночник, у вас все складывается в жизни, и настроение, и самочувствие, и желание творить, и творить красоту над своим телом. Вообще желание жить и настрой, все по-другому. Девочки у меня не сразу переходят на тренажеры. Сначала у нас идут коррекционные тренировочки. Мы укрепляем, улучшаем ротацию, после чего я уже подготовленного человека сажаю на тренажер. И мы постепенно увеличиваем веса. Также это все, конечно, происходит без фанатизма. И я смотрю, допустим, у нас может быть ряд противопоказаний у человека. Это могут быть и грыжи, протрузии, ну, довольно-таки, их немало на самом деле, поэтому все очень индивидуально и подход индивидуальный.
Есть мнение, что в спортивные залы приходят в основном для того, чтобы сбросить вес. В случае Оксаны Цыковой все наоборот. Я пришла, чтобы поправиться, я достигла, я поправилась. И еще иду к этому, еще иду. Да. То есть кто-то страдает от избытка веса, вы дефицитом. Да. Понятно. А каким образом? Это мышечная масса. Да, мышечная масса растет. Есть тренера, которые помогают в этом, подсказывают питание там и все остальное. Режим какой-то подстраиваем. Да, тренировки. То есть все индивидуально? Да, конечно. У всех все индивидуально. Вы для себя это делаете? Конечно. Если ты себя любишь, то и все тебя вокруг любят. Ну, так же это работает. В здоровом теле здоровый дух. Лозунг из прошлого века, но такой актуальный сегодня. Любоваться своим красивым телом в зеркале – мечта любой современной девушки. Быть просто здоровым мечтает любой здравомыслящий человек. И дело не в возрасте, скорее в желании. И пусть ваши желания всегда совпадают с вашими возможностями. Мадин, ну вот как раз вопрос на злобу дня. В каком возрасте к вам можно прийти, есть ли возрастные ограничения? Скажу так, возрастных ограничений нету. Есть только то, с чем приходит сам человек. Это я могу потребовать, допустим, пройти какой-то ряд, ну, сдать анализов, обследование. Если там уже человек приходит и говорит, вот я хочу по программе там, Бубновского. Вот мне нужна просто коррекционная реабилитационная программа. Я никогда не смотрю на возраст, не говорю, что есть ограничения. Все зависит от того, как, ну, в каком состоянии человек придет. То есть там мы изнутри его изучаем, смотрим, какие-то анализы сдаем, какое-то обследование проходим. И уже исходя из этого мы потихонечку приступаем. Ну я вот, исходя из того, что я услышала, я, например, понимаю, что женщины, которым уже далеко не 16, идя к вам, они, может быть, там накачают себе мышцы, там, не знаю, попы и так далее, но они получат, вообще, во-первых, массу положительной энергии, впечатлений, да, и настроений, а это тоже все отражается на внешности. Внешности, конечно. И здоровый образ жизни – это не только занятия спортом, физкультурой, это еще и здоровое питание. Конечно. Ваши барышни, которые приходят к вам, они придерживаются здорового питания? Я вам скажу, я против всяких диет, строго-настрого, никаких диет, только расчет по калоражу. Когда у меня девочки приходят, знаете, говорят, вот я там сидела на диете, я похудела там на столько-то килограмм, ну вот она обратно благополучно и набрала эти же килограммы, даже, может, больше. И она меня, знаете, когда смотрит с такими глазками, а мне что, надо будет отказаться? Я такая, стоп, нет, у нас мы работаем по-другому. Если вы соблюдаете свой калораж, ваш организм не испытывает стресса, вы не голодаете, вы не хотите бросить все и сказать, да я себя принимаю, люблю такой, какая я есть. Вы аккуратно двигаетесь вперед, пускай маленькими шагами, но продвижение есть. Но никаких диет, мы против диет, мы бунтари, да, и боремся с этим, никаких диет. Вот что-то мне подсказывает, что Алисе есть что возразить. Нет. Нет, мне хочется, знаете, вспомнить слова великого классика, в человеке должно быть все прекрасно, и душа, и одежда, и мысли, и так далее, и что учение и труд, все перетрут, да, к чему-то все это приводит, к какому-то хорошему результату. Но не происходит ли у нас, знаете, какого рода перелом, перекос вот в головах ваших очаровательных девушек, в головах тех людей, которые, Олесь, к вам обращаются? Да. Не происходит ли перекос, что вот тело просто вот на пятерку, а в голове-то не все складывается? То есть мы на такую высокую планку поднимаем вот достижения физические или физиологические, да. А в голове туман, в голове не все сходится, в голове... Вот вы говорите, что я любимая, я прежде всего. А как же все остальное? Баланс. Важен баланс. И тело важно, здоровье тела важно, движение важно. И я слушала Мадину, у меня прям бальзам на душу, когда она стала говорить, что не против диет, потому что это полное нарушение баланса в жизни женщины. И любая диета заканчивается возвращением килограммом.
плюсом, и еще плюс депрессия, плюс стресс и чувство вины, что ты опять сорвалась, и опять все плохо, это белка в колесе, и это, да, вот Мадина мой соратник в этом. И я абсолютно согласна с Мадиной, что фитнес-зал при грамотном тренере – это круто, это хорошо, но должен быть во всем баланс. Поэтому, когда ко мне приходят женщины, девушки в любом возрасте, я всегда говорю о том, что женщина, ну, в принципе, и мужчина, но будем сейчас говорить только о любимых девочках. Это существо, которое рассматривается, простейшее рассмотрение человека, это пирамида, в основе которой лежит физика, тело. И тело должно находиться в движении. Тело должно получать внимание, заботу. Но начинать надо не с тренировок в фитнес-зале. Если до 30 лет сидела как амеба на диване и знаешь только вкус булочек и где какие булочки продаются, то прийти в фитнес-зал и начать с большего. Это не всегда будет в пользу, потому что, ну это знаете, как взять ребенка и посадить в 11 класс. Поэтому я говорю, учимся ценить свое тело. Ценность женщины, любовь женщины начинается с ценности тела. Буду говорить сейчас банальные вещи. Это когда ты разговариваешь с человеком, а тебе очень хочется пить. Выпей воды. Извинись, скажи минуточку. Выпей воды. Удовлетвори потребность своего тела. Это ценность твоя. Если ты разговариваешь с человеком по телефону, он на тебя вываливает кучу своих проблем, а ты в этот момент хотела просто отдохнуть после работы, наберись мужества, определи свою ценность, своего тела, своего сознания, скажи: «Извини, дорогая, я тебе перезвоню позже, я очень устала», и ляжь, отдохни. Начни с прогулок. И в этих прогулочках дойди к грамотному фитнес-тренеру. Я всегда говорю, женщины к женщине, мужчины к мужчинам идут на тренировку, потому что тренировка женщины и мужчины – это абсолютно разные вещи. Я думаю, Мадина со мной спорить не будет, потому что поднятие тех тяжестей в фитнес-зале, где тренер мужчина, для женщины небезопасно даже на гормональном уровне. Потому что усиливается выработка тестостерона и сопутствующих мужских гормонов, и это может повлиять очень на серьезные гормональные сбои по женскому типу. Да, сила воли – это тот багаж, который довольно-таки маленький у нас, поэтому вводите привычки по чуть-чуть. Да, сегодня ты обрела привычку встать утром и выпить полстаканчика подкисленной воды, то ли лимон, то ли лайм, то ли натуральный яблочный уксус. Да? Чуть-чуть подкисленный, чтобы это не было стрессово для желудка голодного. Выпила маленькими глоточками, подошла к зеркалу, посмотрела себе в глазки, минутку-две поговорила себе: ты солнышко, ты великолепная, ты замечательная, ты волшебная, ты сексуальная, ты успешная, ты любимая. Глядишь, уже у тебя там дофаминчик поднялся, окситоцинчик поднялся. Наш мозг, наше эго, да, это же такая структура, которая ребенок, и которая ведется на слова, и идет выброс положительных гормонов, которые дают тебе настроение на весь день. Маленькое незатейливое упражнение, которое имеет накопительный эффект, поделала вот формирование привычки 21 день – это осознание. Примерно 40-46 дней – это уже в тебя что-то входит. Ну и как сейчас последние данные нейрофизиологов, которые я прочитала вот буквально 2 дня назад, 66 дней – это формирование привычки на уровне нейрофизиологии, построения нейронных связей. Поэтому формируем привычки, новые привычки, а не обвиняем мам, пап, бабушек, дедушек, общества в том, что мы чего-то не умеем. Вы такие молодцы, такие умницы, слушаю вас, и прям жизнь обрастает какими-то очень яркими и такими красками, положительными эмоциями. Все в привычку. Если ввести, да. Вот я согласна с вами, тренировки, то есть с утра встать, воду пить, ходить, то есть ходьба – это вообще какая классная вещь. Вот у меня есть девушки, которые пишут в директе: я хочу начать, но не могу, что мне делать? Первый мой совет – это взять, почитать какую-нибудь определенную книжку
и начать ходить в день хотя бы 15-20 минут. И давай через месяц мы с тобой спишемся. А давайте. Все, через месяц, вот практика моя, вот просто они в зале. Да. Кто прислушался и начал это делать, они уже в зале. Вы знаете, когда речь заходит о здоровье, о здоровом образе жизни, я всегда вспоминаю времена Советского Союза, когда на всех предприятиях, на всех производствах были так называемые пятиминутки для отдыха, да, производственная гимнастика. Да. Люди вставали, встаньте там, раз, два, три, четыре, каких-то элементарных 5-6 упражнений, и вроде ты отдохнул, да, и спина у тебя, и шея отдохнула, и хондрозик отпустил, и можно было дальше работать. Вот мне кажется, что мы со временем вот и к этому нашему опыту, хорошему опыту тоже придем. И тогда, может быть, у вас клиентов поубавится. Ну, хотя навряд ли, конечно. Главное, Олесь, чтобы у вас их поубавилось. Ну да, наверное. Но пока чтобы, не убавляется. Чтобы, да, чтобы с этими проблемами к вам не обращались. Дорогие мои, красивые, очаровательные, я благодарю вас за то, что вы это утро провели вместе со мной и сделали его абсолютно полезным. Я думаю, что женский пол нас посмотрел с удовольствием. Девочки, дорогие, я хочу еще раз представить вам гостей. Это Мадина Алиева, женский фитнес-тренер, и Олеся. Олеся Охременко, наш удивительный психолог, который всегда находит ответы на все вопросы, которые мы ставим перед ней. Спасибо вам еще раз. С вами, дорогие друзья, я прощаюсь. Далее смотрите программу про здоровье. До свидания, до новых встреч в эфире. Пока-пока.